какой же долгой оказалась моя дорога домой. 15 лет назад я с мужем тоже летела в другую страну. Уже тогда в аэропорту он забрал у меня паспорт. Сегодня я понимаю, зачем. Унижение, побои и полная зависимость от мужа. Многие из нас проходят через этот ад. Если бы я только знала, что меня там ждет. Не совершай мои ошибки. Всегда есть шанс изменить жизнь. Воспользуйтесь им разумно.